Привет, ребята! Сегодня тот самый день, когда у меня будет первый стрим. Вот. Иду, короче, отправляться на Невский. Сначала нужно дойти до тачки и потом поеду на Невский. Погода сегодня просто прекрасная. Солнышко, все дела. Поэтому вот я тут оделся специально для стрима. Мерседесик, спортивный костюм. Буду надеяться, что стрим пройдет успешно. Много от него, конечно, не жду. Ну, в общем, я просто погулять хочу и взять вас с собой, так сказать, для разнообразия. Рыбульчик. Чем люблю окей, это то, что тут всегда есть рыбу. Он часто пропадает из магазинов, в том числе больших сетей. Чтобы взять с коксом фрукты. Возьму с коксом. Вот так вот, ништяк. Можно отправляться. Так, где мой любимый? Колесница богов. Где моя? Вот он стоит хорошенький. Ништяк. Все как всегда, наготове. Папа ждет. Погодка шоколад. Ох, ребята, что-то поездочка прошла как-то напряжно достаточно. Народу много сегодня на дороге, пробочки были, наверное. Типа весна пришла, солнышко вылезло, и люди начинают активизироваться. Хочу сказать, и не только поэтому, еще что-то Mercedes написал ошибки по Airmatic, к сожалению. Но я не знаю, я сейчас посмотрел, как бы так вот чисто по пневме он абсолютно рабочий, как бы. И там ошибки такие, ну, не красные, а типа там вылезло три ошибки. Типа ABS, PSP, да, или как она там, и Airmatic. Такое бывает. Каждый раз, когда снимаешь клемму. Клемму надеваешь, типа, и, ну, немножко проедешься, они как бы уходят. Но я и подумал, что как бы сейчас проедусь, они уйдут. Но они нифига не ушли. Вот, но машина как бы абсолютно, как бы можно эксплуатировать, никаких проблем. Я вышел, даже смотрел, когда я вышел, разумеется, он как бы поднялся, потому что тело-то вышло, там сколько, 75 килограмм, по-моему, я вешу. И он начал выравниваться, сразу выровнялся, короче. Вот, поэтому не знаю, что эти ошибки вылезли. У меня, конечно, есть проблемы с пневмой, на самом деле, уже давно. У меня жопа поднимается, когда он, типа, стоит. Вот я приехал, поставил, пошел спать, прихожу, у него жопа поднята, еще неравномерно, как бы, вот так вот. И что за херня, хер знает. Я надеюсь, что там какой-то просто датчик нужно поменять, он, типа, с ума сошел. И, может быть, вот эти три ошибки как раз вылезли из-за того, что датчик там совсем кончился. Но, как бы, пока все нормально ездит. Еще чувак только что позвонил, я еду за рулем, типа уже несколько центров заезжают отпарковаться, и мне звонок, типа с мойки позвонили, начальник, короче, моек. У меня в этом торговом центре, где я храню машину, есть еще и мойка. Я бы там не мылся, но как бы просто удобно, да, помыл и поставил машину сразу же, она чистенько там стоит. Вот, и суть в том, что там так ужасно работают люди. Я знаю парней там в галерее с мойки, вот даже сейчас, я сейчас в местном центре уже приехал. Типа, как здесь работают люди, как они ответственно относятся к своим обязанностям. И, ну, короче, хорошо моют машины. А там просто вообще похуй. Я прихожу, как бы все диски грязные. Говорю, мойщик, что не помыл диски? Он, я помыл. Администратор подходит. Я говорю, все нормально. Я говорю, диски не мытые. Он пальцем проводит, все черные. Ну да. Я говорю, ну все, помойте это самое, посмотри, чтобы брызг не было. Прихожу, администратора нет, машина забрызганная вся, как бы вообще похуй взял, ушел. Вот этот начальник позвонил, мы с ним долго болтали, как бы я его абсолютно понимаю, сейчас людей не найти. Никто работать не хочет, короче, все какие-то ебанутые на самом деле, к сожалению. Ну, как бы я имею в виду, что, как бы, ну вот, встречаешь, как бы люди как-то не очень ответственно относятся к своему труду. Не все, конечно, да, но я имею в виду, что вот такое бывает, случаются моменты.
И, к сожалению, почему-то сейчас чаще я попадаю вот на такие какие-то моменты, когда встречаю людей безответственных, так скажем, относящихся к своей работе. Вот. Чё, ну давайте я вам чё покажу. Вот палочку-выручалочку. Я ее из дома взял. У меня типа уже была, как-то купил давно. И типа, ну почти не пользовался, в общем. Вот я ее взял. Как бы идешь пизду, счастливый, довольный, все дела. И что еще? Вот еще зарядку я купил. Ну, пауэрбанк, чтобы это самое прям в телефон втыкается, весит меньше 100 грамм, чтобы, ну, хватило на подольше. Он, конечно, не мощный, но не собираюсь ты иметь столько, сколько там кайфовчик по 5 часов. Как бы так, немножко. Что я жду от стрима? Я жду, не знаю, может быть, подписчиков, может, как-то канал там начнет продвигаться в Ютубе. Ну, контент все равно надо делать. А этот влог я веду, поскольку на первый стрим нужно как-то запечатлеть это все. Планы на сегодня такие. Вот я проснулся, позавтракал, приехал. Достаточно напряжно приехал я. И сейчас вот прогуляюсь с вами по Невскому проспекту. В онлайне, в офлайне. Давно хотел это сделать, потому что я столько лет гулял уже по Невскому, и как бы уже, ну, поднадоело, конечно, надо что-то новенькое. И я думаю, что, ну, вот это что-то новенькое будет, да. Похожу с палочкой, как дурачок. Но, может быть, будет весело, не знаю, посмотрим. Оделся я, конечно, зашибись. Спортивный костюмчик. Все от Мерседес, короче. Я, да, помешан на Мерседесе просто. Так посмотришь, совсем чувак ебанутый. Приехал на Мерс, весь Мерс, и еще и перстень Мерс. Короче, вот. Ну, благо, погода хорошая и настроение хорошее. Что-то меня здесь проперло, короче. На самом деле все хорошо. В плане я ничего там, кроме редбульчика, вот не пил. Все нормально. Короче говоря, сны сегодня что-то снились. А мне, я заметил, что-то сижу последние там пару дней, и что-то сижу, прям вот сдохнуть хочется. Думаю, ну что за херня, вроде бы как бы жизнь-то зашибись, что такая, такое настроение, как дерьмово. А вчера до меня дошло, что, блин, ну, типа, простужен я. Ну, типа, вот межсезонье, все дела, и вот это дерьмо, короче, какие-нибудь вирусы в организме. И вот они сидят, и как будто пилят тебя там, убей себя, типа того. Хотя я не хочу умереть, просто настроение дерьмово было. Ну и чего? Я понял, что надо бахнуть терафлю. Вот я бахнул раз терафлю вчера вечерком, потом второй раз бахнул. И, блин, так, ну, как бы хорошо стало. Я лег спать, и в 7 часов утра я проснулся, мне было не уснуть. Я немножко там как бы стал уже засыпать, ну, старался, старался и стал засыпать. Но сон такой поверхностный, неглубокий. И я видел сны. Мне было так смешно, потому что, ну, во снах смешные моменты были, короче, они такие, можно даже сказать, немного мультяшные, что, как бы, я просыпался от смеха 2 раза аж. Я давно столько не смеялся. Блин, это так классно. День начался так шикарно. И вот, пока я позавтракал, погода началась, и зашибись, вот я приехал. Надеюсь, и дальше пройдет все нормально. Хотя поездочка была такая напряженная, как я уже говорю. Ходить проще, идешь, гуляешь, радуешься жизни. На машине едешь, блин, тебе звонят, им объясняешь, вокруг куча машин, там пробки и так далее. Короче, тяжеловато. Телефон, вот что-то у меня все время нагревается, вот нагревается и пишет, что перегрев устройства пиздец. Короче, я надеюсь, что стрим как бы он вывезет. Не знаю, что он у меня такой боится. Все время перегревается. Вот. Ну все, короче, что-то запизделся, все, пора гулять. Так, ребят, ну что-то первый стрим не очень-то у меня удался. Короче, я пришел к выводу, что это из-за того, что программа Prisma не контачит с Андроидом, короче говоря. Первая мысль была купить iPhone, но я посмотрел чисто для стрима, там 30 с чем-то тысяч. И, короче, подумал, что многовато так, если сразу вот решать, нужно подумать. Я подумал, действительно проще транслировать все через донат, короче. Я уже пробовал, там ничего не лагает, короче, призма, а там она начинает лагать прямо, когда я открываю приложение. И даже, ну, без трансляции. А вот остальные, ну, вот я несколько пробовал приложения, ну, я остановился на донате, у меня, кстати, подписчики
подсказал, спасибо тебе, бро. Вот, и думаю через него транслировать. Не знаю, получится сегодня или нет, но через него, наверное, буду. Вот так, потому что зачем покупать айфоны, когда проще просто приложение сменить. Сейчас сижу, короче, в большой кухне. Зашел пожрать, вот тут закат такой. В галерее находится ресторан. Вот. Уже заказал себе бургер, короче. Да, можно ознакомиться с меню. Большая кухня, галерея. Ну, там чувак какой-то. Ну, тут вообще панты какие-то, я смотрю. Ежи какие-то, блин, долбаные. Кто их жрет вообще? Так, давайте я сделаю вот так вот. А, тут что-то... Я не то, видимо, сделал. Еще не решил. Типа, салатики вот. Бабла сколько стоит. Тарам-пам-пам. Ну, вот-вот. Ну, на самом деле, такой ресторанчик, я хочу сказать, что не дешевый, не дорогой. Пожрать, как видите, есть что. 600 рублей цезарь с креветками. Ну, тут всякие чебуреки. Блинчики вот есть. Сколько? 600 рублей. Так. А, это не блинчики, ни хера. Ну, бургер, короче, топ. Бургер топ. Картошечку вот заказал. Картошечка 400 рублей. Дороговато, конечно. Ну, что поделать, жизнь такая. Тяжелая у нас. Ну, так, так. Немножечко, конечно, подрастроился, что с первого раза ничего не получилось. Погода такая хорошая была. Классно было постримить нормально. Но ничего страшного, в общем. Такова жизнь. С первого раза всегда обычно первый блин кома, что называется. Сейчас, в общем, покушаю, поеду смотреть киношку, это самое, охотники за привидением, как раз пробочки пройдут. Ну, хотя, может быть, я попробую еще стрим сделать через донат. Вот так. Донате, короче, постримить, ну, чисто так, закрытый стрим, и потом посмотрел видос и пришел к выводу, что там ничего не тормозит, короче, это все просто прога галимая, в общем, на андроиде не работает призма, надо было просто на донате, короче, стримить, короче, стрим по любе будет 100%, и даже айфон не надо покупать, но мне еще нужно сегодня сейчас киношку осмотрю и, короче, буду разбираться, как им донаты настроить сегодня вечером. До связи. Мир обратится в кости и лед. Придет мое царство.